Начнем это видео с тех, кто проинвестировал проект BISWAP, то есть тех, кто является инвестором данного проекта, и это, я считаю, один из важных ключевых моментов при выборе того или иного актива. Заходим в инвест и видим главные ключевые инвесторы, это биржа Binance. Конечно же, это огромнейший плюс для нас, потому что биржа Binance — это топовая биржа, и тем более с учетом того, что они взяли первенство и стоят во главе всех бирж, это, конечно же, огромный плюс данного проекта. Мы видим, что биржа Binance также делает посты, связанные с токеном BSV, рассказывает о них и как-то их поддерживает. Друзья, это огромный плюс, на который стоит обратить свое внимание. Ну и, конечно же, биржа Binance очень выгодно продвигает токен BSV, потому что этот токен связан с биржей BISWAP. А биржа BISWAP является второй биржей по объему средств на сети BNB Smart Chain. То есть это целая экосистема в бирже Binance, и ей просто выгодно продвигать, потому что чем больше будет объем у биржи BISWAP, тем все лучше живут, их сеть становится более популярной, и также они развивают проект, в который они проинвестировали, в которых у них есть определенное количество средств. И теперь давайте перейдем конкретно к самому токену и разберемся вообще, что это за токен и какое у него применение есть. Начнем с эмиссии, она составляет 700 миллионов токенов, то есть это ограниченная эмиссия, свыше этого количества нельзя будет создать этих токенов. В обороте мы видим, находится чуть меньше половины, это 345 миллионов токенов, еще нам предстоит дождаться половины, и немножко позже расскажу, как это все устроено, и когда примерно появится остальная половина этих токенов, то есть за какой период времени. Мы видим, что рыночная капитализация составляет 67 миллионов долларов, это очень крошечная капитализация, скажу вам сразу. И в данный момент токен торгуется на отметке 19 центов и доходил он до 2 долларов 13 центов. Давайте открою весь график. И именно вот в эти периоды, периоды такого дикого роста, выходили новости. Например, был листинг на бирже Binance. Далее они выпускали игру. Игра эта называется «Игра в кальмара». В общем, были такие положительные новости, на которых токен давал огромнейший рост. Вот мы видим, где торгуется эта монета. Торгуется на Binance, KuCoin. Давайте открою сейчас все рынки. Pancake, далее Gate, BitGet. Ну, то есть мы видим, что огромное количество бирж залистили эту монету и работают с ней. Также мы видим, есть аудит от Certik. То есть они прошли аудит, все показало нормально. И давайте теперь переходим к холдерам. Мы видим, что холдерами являются, ну, конечно же, сами основатели биржи. Затем мы видим Binance тут, тоже имеет какое-то определенное количество монет. Каких-то два кошелька имеет тут и еще один кошелек. Ну, в общем, мы понимаем, что эмиссия находится в руках основателей. Да, то есть они управляют этим токеном как хотят. Какой-то тут децентрализации я не вижу. Ну, в какой-то степени это хорошо. Хорошо тем, что основатели следят за курсом и не дадут токену соскамиться. Ну, и тут есть обратная сторона, что если основатели захотят соскамить весь этот проект, то они просто выльют эту свою огромную эмиссию в рынок и соскамят токен, и он просто упадет ниже некуда. К такому тоже нужно быть готовым, друзья. Об этом я расскажу немножко позже. Мы переместились на главную страницу биржи BISWAP, и огромнейшим плюсом этой биржи является то, что она децентрализована. Помимо просто покупки и продажи криптовалюты, тут есть различный заработок. Это фарминг, пулы, потом IDO, затем NFT-лаунчпады, NFT-заработок, marketplace, игра в кальмары, то есть они тут разработали игру, и это тоже классно. То есть биржа развивается, не стоит на месте. Это все с учетом того, что биржа, ну, как бы новенькая, да, то есть она в 2021 году запустилась, там, грубо говоря, в начале года. Опускаемся немного ниже, внизу мы видим биржи, на которых находится токен BSV, и также видим партнеров, которые тут у нас указаны. Вверху мы видим пулы, в которые мы можем инвестировать средства для того, чтобы зарабатывать определенный процент. IP это считается годовой процент. Но об этом я сейчас не буду рассказывать, если нужно, я могу отдельно записать полноценную инструкцию, как работать с биржей BISWAP. Могу сказать одно, то что вы сюда коннектите кошелек, и если вы перейдете по ссылке, которая будет в описании под этим видео, то вы получите скидки в виде 50% на торговые комиссии, то есть вы будете экономить. Если вы просто перейдете, то вы не будете экономить, и вот эти токены, которые вам будут даваться в виде комиссии, они будут просто сжигаться. Поэтому, перейдя по ссылке, вы просто реально будете экономить. Это же огромный плюс.